Вот Эльза Гидульна, с ними занимается импровизацией. Потом мы вам покажем еще, кто и чем занимается импровизацией. Я вас поздравляю, спасибо вам большое. Алина Борисовна, давайте мне в руки, что отдать. Так, это Ханафины, а это ансамблю. Я вас поздравляю, молодцы. Платье в горошек. Из 11-й детской музыкальной школы. Сейчас будут некоторые такие здесь перестановочки. А пока я хочу рассказать о том, что 11-й детской музыкальной школе повезло, потому что у них сейчас работает, да, замечательный совершенно музыкант, джазовый, очень известный, Александр Селютин, который когда-то начинал здесь заниматься джазом, когда это было «Александр, пожалуйста». Вот. Я вручаю сразу диплом, Саш. Да. Вот, поздравляю вас. Он написал все импровизации вообще всем своим ученикам. Спасибо. Он мог здесь выступить и целый концерт нам сам отыграть. Ну вот, да, и спеть, между прочим. Пишет прекрасные аранжировки, великолепно поет. Замечательно играет, так сказать, ну, мультиинструменталист и вообще на все руки. А сейчас вот он в учениках, так сказать, перед нами с вами предстанет. Сыграет Франц, я так понимаю, без самого ученика. И педагог, так сказать, Вячеслав Зверев. Итак, без самого ученика. Thank you.
Так, раз. Франк, давай, уже. Спасибо тебе, молодец. Someone save my heart free.